Дорогие друзья, хочу провести небольшой обзор своей пасечной тележки. Вначале будет осмотр механизмов, деталей, как они работают, как двигаются. Ну а фотографии с размерами будут находиться в конце этого видео. Тележка была изготовлена полностью без токарных работ. Все в гаражных условиях. Здесь мы видим самый главный механизм апилифта. Это каретка передвижная. Она выполняет всю основную функцию. Она и зажимает улей, и поднимает его, и держит крепко. Корпус самой каретки был изготовлен из профильной трубы 30 на 30 миллиметров. Здесь видно рычаг переключения зажима. Так как у нас проблемы с токаркой, то шкивочки были найдены на рынке, пластмассовые какие-то, диаметром 60 мм. Внутрь была вставлена бронзовая трубка и прекрасно они выполняют свои функции. Ну а дальше показан сам механизм зажима, система рычагов. Как он зажимает, как он приводит в движение весь механизм. Подшипники были подобраны по профильной трубе 40 на 20 мм, их 4 штуки. Нашел вал, подходящий по внутреннему диаметру. И все, насадил их крепко, и служат они прекрасно. В боковых стенках самой рамы был выбран аккуратно паз, подвал, на котором сидят подшипники, чтобы каретка свободно передвигалась. Дальше вы видите саму катушку, на которую наматывается трос. Катушка также была изготовлена все на коленке. Здесь две ручки, простая труба приварена и велосипедные резинки стоят. Здесь раскосы под крепление колес. Трубка 30 на 30. В верхнюю поперечную трубу был монтирован блок подшипников для катушки. Здесь также ручка приделана. Ручку нажимаешь, язычок поднимается и можно вращать свободно. А если отпустить ручку, язычок упирается в фиксаторы. Thank you.
Ну а здесь мы видим зажимные рычаги. У них на прижимающих площадях вырезаны такие продольные канавки. Это для лучшего сцепления. Это трубки самих подъемных рогов. Они 20 на 20 миллиметров. Колеса, как видите, пневматические. На них удобно перевозить ули, меньше качаются. Я их еще использую в картофелекопалке. Фиксируются колеса так называемыми барашками, стопорными болтами. Здесь вверху рамы вкрученные болты с обеих сторон. Это для того, чтобы каретка случайно не выскочила из своего паза. Сами зажимы легко входят и вытягиваются из своего основания. Ну а здесь показан максимальный захват. Составляет он 1 метр. Так что улей шириной до 100 миллиметров свободно попадает под этот зажим. Ну вот так вот работает сам подъемный механизм, легко и просто, в нужном положении фиксируется. Фиксация надежная, хорошая. Вот так выглядит сам опилифт, а дальше будут приведены размеры его, фотографии.
Подписывайтесь на мой канал. Будьте здоровы и успехов всем в работе.